медведь! Крушись! Крушись! Халк пошел крушить! Обосрись! О-о-о! Ты видишь? Вот ты видишь, что происходит? Привет, бро, меня зовут Пози, и со мной сегодня Робзи. Всем привет, друзья! Ребятки, Робзи меня решил вытащить в Бравл Старс. Вы этого дождались? Пози играет в Бравл Старс, и мне пришлось зарегать новый аккаунт, потому что свой старый я где-то просрал. Я играю через эмулятор. Будем показывать с Робзи сегодня самый настоящий скилл нубасов. Мне пришлось аккаунт, потому что на старом аккаунте... Да, у него слишком высокий ранг. Нас закидывало каким-то гиперпрофессионалом, поэтому я такой, ладно, Робзи, релакс, создавай новый аккаунт. Короче, у меня есть 170 гемов, мне Робзи сказал, что здесь есть какие-то кейсы, да, сундуки большие. Да, сейчас я выбью себе самый топовый скин, мега ящик открываю за 80 гемов. Итак... Чекай, сейчас тебе пару персов выпадет сразу. Давай, давай, жми! Открываю. Давай. Опа, 187 монет, это нормально? Давай еще раз. Шелли, мне выпала Шелли. А, опыт для Шелли, окей, разблокировано опыт, улучшение. Давай дальше. О, мне кажется, кто-то выпал. Пока! Пока атакует врагов разрушительной звуковой волной. Хороший о, коко-локо! Знаешь, это мем? В Роблоксе, где чувак такой бегает. О, коко-локо! Ладно, окей, давай я еще один открою. Давай уже, и пошли уже мочить нубасик. Давай, сейчас мы это сделаем. Так, скины, мега-ящик. Открываю последний мега-ящик, чуваки. Сожмите за меня кулачки, чтобы я выбил легендарочку. Открывай. О, 285 монет. Сила Коко. А, Поко, сори, есть такой мультик Коко. Тайна Коко. И улучшение для Шелли. Слушай, а мне можно ее улучшить, да? Можешь. А, нет, смотри-ка, мне еще какой-то удвоитель жетонов выпал. Это норм? Это норм. Это так, норм. Давай это еще раз. Это фигня, если честно. И кристаллы 16 штук. Понятно, это все фигня, если ладно, честно. Я понял тебя. Ты такой думал, сейчас откроешь ящик. Ты меня задизморалил. Ты думал, тебе легендарка пришла? Да, я думал, будет легендарка, а что нет? Знаешь, какой у нее шанс примерно? Давай, рассказывай. Смотри, я тебе показываю. Учу. Заходи в магазин. Зашел? Так, зашел в магазин. Листай, находишь ящик. Большой ящик, находишь? Да, нашел. А, нет, стоп, погоди, не нашел. Где он? А, нашел, все. Нажимаешь, и слева кнопочка «И» такая, информация, да? Ага, ага. И смотри шанс. Я понял, это шансы, да? Ой, ой, ладно, Робзи, что ты там говорил? Вроде катку хотел начать, да? Поехали, так, ну что ж, окей, готово. А что, кстати, Пока может? Он может хилить меня, поехали. Стоп, я буду хилером, что ли? Нет, он фигачит, а ульта его хилит, прям жестко. Слушай, ну это прикольно. Ладно, окей, главное не забыть про то, что нужно использовать ульту. Оп! Выстрел! Как тебе? Как тебе ноты эти? Пау! Да, ты сейчас будешь... Ой! Почему я двигаться не мог? Чё за говно? Я не могу двигаться, чувак! А, не, все окей, все окей, все окей. Пипец. Давай! Детка, давай! Давай, убей меня! Давай! Стоп, а мой Пока это дальний стрелок или больше для... Да, дальний, конечно, конечно, дальний. Да. Ты знаешь, что мне нужно вообще делать в этой игре? Я мочу всех. Сюда иди. Зачем мне сюда? А, кристаллы, а, точняк. Кристаллы. Не, ну, я как бы дефаю, понимаешь? Я дефаю, я знал, я знал, да. Ага. Когда мне ульту использовать? Когда хочешь. Вот меня, вот когда... О, во, красиво, видал? Тебя подхилил прям. Да. По-царски. Я так и думал, что я тебя подхилил. Я на самом деле никогда не понимаю, что происходит, но это забавно. Короче, нормально, прикинь, на моем эмуляторе невозможно бегать и одновременно стрелять! О, убил, убил, убил! Оу, я пупсик! Сейчас еще одного убью! Давай, кабанчик! Ты от меня не сбежишь! Убил его! Робзи, меня сейчас убьют! Меня убили! Не, ну я держался до последнего, понимаешь? Красавица держалась до последнего. Так, что дает моя ульта? Я не могу. Я тебя, кажется, захилял. Я тебя захилял. Все, да. Ну мы выиграли. Не, ну, Робзи, тут однозначно изи вин, понимаешь? Изи вин. А я тебе... Мне знаешь, какое ощущение, что я играю против ботов? Да, есть такое, немного. Воу! Почему ты звездный игрок? А, ну ты я убил примерно человек 700 только что. Не, у меня на самом деле эмулятор немного багует. Типа, когда я бегаю, нажимаю, он у меня просто стоит и поворачивается в другую сторону неожиданно. О, смотри, у меня ящичек выпал. Нормально. А что мне выпадет? 8 кубков мне дали. Так. Блин, я так рад, Робзи. 8 кубков. А еще, знаешь, что мне дали? 180 жетонов. Вау! У меня, подожди, у меня боец новый. А, у меня можно Шелли прокачать. Нормально. А что, давай, может,
может, тогда прокачаем? Не, ну у меня есть Пока, я могу прокачать Пока. Все, давай еще одну карточку, потом нам дадут Ниту. Заапгрейдил Пока. Могу еще раз! А, не, все, это нужно было два раза нажать. Все, окей, я заапгрейдил Пока. Все, погнали, погнали, вторую катку. Let's go! Давай, Робзи, мы сейчас покажем настоящий дуэт, что такое рок-группа. Это так просто, пипец. Робзи, ну мы с тобой музыканты. Мы с тобой как рокеры, знаешь, такие. Они вообще даже не стреляют по нам. Посмотри, что происходит. Оп, выстрелил, нормас. Так вот, тут чувак в кустах был. Выстрел, выстрел. Давай, 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 детка. Давай, все, давай, затащили, давай. Затащили, чувак. Это изи вин опять. Все, я держу, я держу гемы. О! Он бомбами бросается! Ах ты жопа с ручкой! Он меня чуть не убил, а у меня есть ульта. Опа, подхилял на всех. Все развалил. А, ну все. Ну понятно. Короче, кто-то тут потеет, а кто-то тут играет на расслабоне, нормально. Да? Ну, я высекаю их просто, смотри. А, все, почему давай. Я опять не двигался? Да что это такое? Я не понимаю, в чем рофл заключается. Это, дружище, игра на эмуляторе. О, добью. Плюс, ай-яй-яй-яй, помощки. Хилочка. Оп, еще одного убил. Не, нормас, Робзи, я тут держусь. Тут какой-то шахтер-гном бегает. Давай его загномим. В шахту, все, отстрелили ему. Отстрелили ему шахту, да? Да. Хорошо, мы его прошахтили, так петушка, сказать. Петушка отстрелили. Отстрелили? Не-не-не, тут робот бомбы эти бросает, Робзи. Это что, твой брат, что ли? Тох-тох-тох-тох-тох. Нет! Блин, я на бомбе подорвался. Собери кристаллы. Кристаллы забери. Кого ты хилишь там? Меня хилить надо. Не, я хилил этого чувака. О, я опять всех убил. Блин, Робзи, ну, эта игра как будто против ботов, понимаешь? Как будто против ботов. Не, на самом деле, я не понимаю, как у меня это получилось. Я не двигаюсь. Слушай, они слишком слабые. Ай-яй-яй-яй-яй. Так-так-так, хилочка. О, нормально. Опс, бомба была. Вот этого гнома валил, мне не нравится вообще. Ура, победа. Угадай, кто звездный игрок? Я. Нет, ты? Почему ты? Как это определяется? Ну, потому что кто больше людей убил, урона нанес, наверное. О, у меня второй ранг, Робзи. Как тебе? Как тебе мой второй ранг, чуваки? Чуваки, второй ранг — это очень круто. Это означает, что я киберспортсмен уже. Получай Ниту. Чуть такую. Мне дали ящик. Так, давай-ка. Открываю ящик. Легендарка! Ладно, шучу, шучу. Да, я шучу, шучу. Мне подарок. Мне прокачка на Шелли выпала. Забрать боец Нита. Ей! Владелец! Ну что, на кого ты пойдешь? На Ните или на Шелли будешь? Слушай, я, наверное, буду на Ните? Слушай, ну, раз уж мне Нита выпала, мне как бы и нужно. У меня тоже. О, бонусный ящик монеты. Сила для Пока. Персонаж, понимаешь? Какой персонаж? Настоящий русский персонаж, Нита. А, да, чисто с медведем такая. Ну тогда, дружище. Севера, севера, да? С Владивостока. Поехали. Давай, погнали. Сейчас рассекать. Ульта у тебя медведь, кстати, ты вызываешь. И что я делаю этим медведем? Он ходит, убивает всех нафиг, ему по барабану все. Он пельмени бахнул и пошел. За пельмени получаю! О! А, типа я точечно стреляю, да? Слушай, да, ну это мне больше нравится, чем вон та фигня, за которую я играл. Да, ну это прикольнее как-то. Тебя убили, что ли? Нет. Кто меня убьет? А, меня убили, кстати, тебя да. Убили. Я его высек. Я отомстил, братишка, за тебя, понимаешь? У меня 4 кристалла, да, сейчас? А, нет, это у нас 4 кристалла, точно. У меня кристаллы твои. Ой, ой, я он так-то нехило. Он так-то нехило сейчас это прострелил. Ты Мишку там вызвал уже? Какую Мишку? Мне еще нельзя. Надо ульту набить. Все, могу! Давай, медведь! Крушись! Крушись! Халк пошел крушить! Обосрись! О-о-о! Вот ты видишь, что происходит? Просто, чувак, это изи. Медведь. Да мой медведь просто всех медведит, педобирит по полной. Медведя высекли тут. А я могу еще медведя. Смотри, смотри, я сейчас сделаю еще медведя. Мне насрать. Я еще одного медведя спавню. Давай, давай. Мне давай, насрать. Давай, это медведь пофигист. Ему насрать. Он просто всех выносит. Ой! Кажется, меня убили. Но медведь пошел твой высекать. Да-да-да, я вижу, он там щи всем набивает. А я могу еще медведя заспавнить. Мне пофиг. Понимаешь, Робзи, ты мне насрать вообще. Подожди, ты же не Шелли, да? Я Нита. Нита. Блин, нормас. Спаси, собери кристаллы, братишка, меня подбил. О, сколько их там? Давай-давай-давай-давай, подбираю. Там лох убил моего этого. Медведя. Лох? Лох, его зовут Лох. А, у него ник? Фамилия Лашпет. Блин, у меня 20 хп, хиль меня. А, ты не пука. Ага, конечно, похилю медведем. Не, ну тут однозначно я лучший игрок матча, как бы. Мой медведь, точнее. Да, кстати, нет. Топ-1. Топ-1, бро. Рассказывай, смотри внимательно. Да почему? Почему? А почему у меня 0 кубков? А, нет, плюс 8. Почему у тебя 0? Нет, у тебя плюс 8. Плюс 8, нормально. Плюс 8. Понятно все. Вот так вот примерно играет Нубас в Бравл Старс, чуваки. Это туториал подробный.
У меня еще ящик дали бесплатно. Не, на самом деле я буду учиться, Робзи, серьезно, без шуток сейчас. Серьезно? Вот прям давай. Да, я буду каждый день играть в Brawl Stars и буду прокачивать свой скилл. Серьезно? Через месяц, да? Через месяц ты просто будешь там в сторонке стоять и такой, блин, почему киберспортсмен такой классный? Новый киберспортсмен по Brawl Stars. Хорошо, хорошо, дружище. Так, я хочу улучшить свою ниту, чтобы медведь был более прокачанный. Прокачиваем медведя. Я Шелли подкачал немного. Давай, еще разок, погнали. Кстати, если мы разок сходим, у нас откроется новое. Мы будем, давай, 5 на 5 играть. 5 на 5? Вернее, короче, мы с тобой будем в команде по 2, будет 5 команд. Угу, понял. Но нужно еще одну катку выиграть, чтобы это открылось. Медведя вызывай. Да у меня нет ульты-то. Ты все равно вызывай, зови его. Да я не могу звать медведя. Ну, клич медведя. Иди сюда. Спавню медведем. Вот, здесь много шелли. Ой, попал. Где? Оп, они попал. Ой, они там что-то собирались, типа команды, видимо. Они нет, они не собирались, они АФКшат. А, они АФКшат, я думал, они типа это. Ты знаешь, против кого мы играем? Против нубов. Они первый раз скачали Бравл Старс. В натуре? Ну, конечно же. А есть хилка? Нет. Я заново медведь заспавнил. Это изи какая-то скаточка. Воу, нифига, они чуть не убили меня. Я в кусты, кстати, пошел. Тебе в кусты не нужно сходить? Пописать? Ой, меня еще убьют, Робзи! Спасай лучше. Да не убьют тебя, в кусты иди, братишка, в кусты. Главное, в кусты. А, я понял, ты специально это, чтобы набивать себе эти фраги. Кого фраги? Чтобы конкурента медведя не было рядом, да? Минус медведь, кстати. Все, я высек. Нормально, все, выиграли. Тут ой, не, Робзи, вот позже. Вечно приходится за тебя тащить, да? Катку всю. Да? Блин, вот реально бесит, если честно. Кто? Ладно, не, это было забавно, на самом деле, это было забавно. Вот сейчас будет настоящая, сейчас будет игра для мужиков, прям мужицкая катка. Готов? Давай. У нас открывается столкновение, все, готово. Новое событие. Забрать. Вау. Все, так, ты за кого пойдешь? Я пойду за Ниту. За Ниту, все, готов? Давай. Красиво. Так. Я всегда играю за Ниту. Запомни мои слова. Смотри, короче, мы команда. Мы просто одно целое, понимаешь, братишка? Вдвоем. Все. Да. Пошли. Нам нужно ломать ящики, да? Ой-ой-ой, меня сейчас убьют. Не подходи к ним. Я их раздашу, Робзи, не парься. Ты, главное, не парься, Робзи. Ну ты что сделал? Просто мы минус одну команду сделали. Робзи, нормально? Мы молодцы. Все, все, оттайте, говорю. Все, и в кусты. Кусты, давай, в кусты, в кусты, в кусты. Смотри, тут чувак идет. Да-да, вижу. Стоп, давай! Готов? Дай, стоп, шазам! Давай! Бэм! Просто уходи, это... Уходи! Блин, бомбы, я обосрался, бро! Нет, я никуда не уйду! Я буду сражаться, Робзи! Мне пофиг! Робзи! Я буду сражаться, Робзи! У меня есть медведь! Мой медведь будет сражаться! Уйди! Давай, я сваливаю! Я хилюсь. Все, я рыснулся. Что, обосрался? Я думал, ты погиб. Так, все, мы пошли в упор. Осталось мы один на один выходим. Опа! Давай, вот он, мочарла! Убегай! Я ушел. В разнобой. Так, а что это? Пауэрап! Я его сейчас. Ну, давай! Все! Изи! Топ-1. Просто топ-1 команда. Твоя команда лучше всех. Плюс 9 твоя кубков. Твоя команда просто best of the best. Да. Как не, тебе? Слушай, это было прикольно. Я буду обязательно прокачивать свой скилл в Brawl Stars. Чуваки, если вы хотите видеть больше Brawl Stars на моем канале и совместочки с Робзи, то поставьте лайкос под этим видосом и подпишитесь на наши каналы, если вы еще не подписаны. Ну, вдруг вы все еще не сделали эту кнопку серой, я не знаю. Чуваки, увидимся с вами в следующих видео. А, сейчас, погодите, я еще кейсик открою. Кейсик открываю. Че, выпадает? Вау, мне новый перс выпал. Какой? Роза. Редкий. Роза вып... Красиво. Это там. Так, еще один кейс. Да может тебе хватит кейсов? Подожди. Шелли. Опять роза. Не, ну, все окей. У меня это уже есть. Так, еще кейс. Открываю еще кейс. Монетки. Нужно больше монеток. Ладно, пока. Пока. Playtime.